Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сейчас я дежурю в котельной. Время пятница, 10 часов вечера. Вообще я дежурю не запланированно. Должен я был дежурить завтра на сутки. И планировал я сделать вот такую шестерню только на 54 зуба. Вернее, зубчатое колесо. Мне нужно для гитары, чтобы резать 18 ниток на дюйм. Хотел попробовать серьезную работу сделать для себя на фрезерном станке. Но ладно, так получилось, что я дежурю сегодня. И помните, года, может, 2 или 3 назад уже, наверное, я делал вот такой вороток. Вот я решил сейчас сделать тоже такой вороток. У меня вот такие воротки, наследие дедов, вот такой. Когда я в 2001 году устроился, он уже был согнутый. Я еще всегда думал, как же его согнули. Если уперли трубу в станину, то скорее бы сломался метчик. Видимо, его применяли где-то еще, что-то пытались открутить. Или... Мне понравился как-то комментарий про него, что такой вороток и не выкинешь, назад вернется. Ну ладно, давайте сделаем универсальный. Тем более, что для этого не надо много затрат. Вот я отпилил резцы державки. Сейчас их немножко криво тут отпилено. Надо сделать ровно торцанем. Надо сделать еще и одинаковой длины. Но сначала по торцу разберемся. Зачем я это делаю? Ну, чтобы в будущем отверстия под ручки воротка были соосны. Чтобы не было всяких перегибов, из-за чего вороток может крутиться туго. Вот получились 2 таких брусочка. Так, ну хватит их уже делить. Они ровные. Может, тут десятка и проскочила. Ну, занивелируется. А то получится, как в той сказке, где лиса сыр делила. Дальше мне понадобится центровочное отверстие, сверло на 8,5, сверло на 10,5, метчик десятка, я сразу режу вторым номером, ну и вороток. Теперь ставим и сверлим. Отверстие 8,5, нарезаю резьбу, десяточку, шаг 1,5. Смотрите, чтобы метчик заходил соосно. Сомневаетесь, подожмите центром. Я так загоню. Ну, резьба нарезана. Ну, и с этой стороны я фаску сниму. Потом еще лучше прогнать. Здесь я делаю отверстие на 10,5. Ширина державки 16 миллиметров. Вы там видите, я рукой за патрон хватаюсь. Вы не повторяйте, я-то
нейтральную включаю. Так, ну вот одна почти готова. Ну, по токарке точно готова. Теперь то же самое делаем со второй. Так, по оборотам. Резьбу режу на 25 оборотах. Сверлю на 400. Ну, как видите, без эмульсии. Сверло 8,5 R6 M5. Десятка не знаю. No name. Мячик тоже R6 M5. Центровочное сверло, которое я назвал в начале видео отверстием, тоже не знаю, Китай. У них 9 HS обычно, ой, вообще-то не знаю, сейчас наговорю. Я когда нарезаю резьбу мячиком, ну, понятно, центром толкнешь уже 100%, да, но я визуально вот эту плоскость и любую из этих плоскостей держу просто параллельно. Да, наверное, многие из вас так делают. Не забывайте после снятия фасок по уже готовой резьбе прогнать эту самую резьбу. Ну, не всю, конечно, а те две нитки, которые пострадали от фаски. Ну вот, с этими брусочками все. Потом их можно углы обработать либо на точильном станке, либо на гриндере. Я сделаю это напильником. Делаю рукоятки. Ну, теперь вот так 50, а я, наверное, проточу на 60 и нарежу резьбу десятку. Примерно на, так, 60 минус 25, 35, даже 40 миллиметров. И сделаю накатку. Почти готово. Получилось вот так. Сначала без резьбы, потом с резьбой. И здесь в обратную сторону. Вот видите, но еще надо сделать вот такой квадрат. Вот здесь уже на фрезерном. Раньше напильником делал, помню, маленький.
Переходим на фрезерный. Ну, стоит концевая фреза на 14 и вертикальная фрезерная головка повернута на 45 градусов. Вот эти фонари что-то как в гестапо. Они так далеко и, в общем, толку с них мало. Может, вот так? Нет, мне-то толку хватает, а вот вам светит. Надо вернуть лампу, как в токарном, а то нет ламповости. И чтобы вот отверстие было 8-10, ну, резьба без резьбы, резьба без резьбы. Потому что если квадратик чуть сместится в одну сторону, то неприятно будет самому. Это середина условная. Ну вот, стружка, которую можно отломать рукой, но лучше это сделать напильником. Вот у нас получился квадрат. Собираем. Так, обработал от заусенцев. Да, вот на этом я, не знаю, видно, сделал лыски под 14-й ключ. На этом не буду. Я вообще-то его, возможно, подарю слесарям. Вот такие воротки. Мне больше нравится, чем в старых просто болтаются. Здесь, как в тисках, уже надежно, особенно с развертками. Ну вот, а у меня на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем до свидания. Буду с вами до конца откровенен. Либо подарить, либо переделать. Ручки длинные. Прям буквально 2,5 сантиметра надо укоротить. 25 миллиметров. Все. Всем до свидания. В данном случае спокойной ночи.